Ну, во-первых, это возможность обучения, и здесь происходит обмен коллег своими клиническими случаями, информацией, знаниями. То есть я начинала в этих конференциях принимать участие 10 лет назад, и тогда мы практически были зависимы от иностранной информации. На данный момент я могу констатировать факт значительного продвижения в знаниях своих коллег, потому что уже как минимум на половину доклады заполнены нашими специалистами. Это говорит о хорошем уровне развития ветеринарной медицины, именно уже медицины в лошадях в нашей стране. Вот, конечно, это все произошло не без помощи иностранных коллег, и те, в общем-то, достаточно динамично развиваются дальше, и мы, в общем-то, вынуждены все равно их приглашать для пополнения своих, скажем так, современных представлений о тех тенденциях, куда в итоге движется мировая ветеринарная наука. Вот. Но это, в общем, все дает свой определенный результат, и так или иначе их опыт и ошибки мы учитываем, и, как выразился очень хорошо Ролан Перин вчера, относительно того, что чем ниже мы находились на исходной стартовой позиции, тем больше шансов у нас перепрыгнуть их, потому что мы, используя уже как бы их пройденный опыт и их ошибки, просто обходим тупиковые пути и сразу стартуем, в общем-то, в том направлении, в котором нужно. То есть приобретаем то оборудование, соответственно, минуя некие промежуточные стадии. Вот. Собственно говоря, я очень довольна тем состоянием, наверное, ветеринарии, которое мы имеем сейчас, потому что я понимаю, что перспектива, ну, как бы на будущее заложена очень хорошая, и много молодых специалистов, соответственно, ну, в общем-то, это хорошо. 10 лет назад, когда были первые, даже больше, в 2002 году мы начали делать эту конференцию на Эквиросе, знаете, ну, был, в общем, такой пенсионерский состав, и было очень, ну, как бы мало понятно вообще, будет ли молодежь, собственно говоря, приобщаться к ветеринарной медицине лошадей, потому что, естественно, для молодежи тогда более такое интересное направление — это были мелкие животные. Сейчас можно с уверенностью сказать, что молодежь есть, значит, соответственно, мы все это делали не зря все эти годы.